Всем привет! Сегодня у нас будет битва королей в Майне. У нас есть две команды, вот такие правила. 40 минут на развитие, 20 минут на постройку базы, задача убить вражеского короля. Погнали! Быстрее бежим к дереву. Блин, как же классно снова вернуться в Майн. Я, наверное, где-то год в него не заходил. Кстати, еще такой нюанс, что ребята захотели играть на версии PvP новой. Ну, где нужно медленно кликать. Мне это не очень понравилось, но почему-то все именно за нее, поэтому что поделать. Давайте быстро делаем кирку. Нужно торопиться, потому что у нас в конце будет финальная битва против другой команды. И кто лучше прокачан, тот и победит. Ну, конечно, там еще будет зависеть от базы. А у меня уже есть идея, что там сделать. Мы построим очень жесткую небесную базу. Жесть просто, вы не поверите, но я сейчас чуть не упал в лаву. Просто копался под собой. И, кстати, вот мой тиммейт, с которым мы копались, он упал, а я нет. Я, может быть, покажу это со стороны, там у нас есть наблюдатель. Реально, мой тиммейт просто взял, упал в лаву. Так, а что здесь? Давайте проходить дальше, туда. Может, что-то интересное найдем? Наконец-то мне стало вести. Так, железо это хорошо, да. Ну, по-любому, я думаю, все сделают себе железную броню. Так, золото пока не буду выкапывать. Ну, а зачем мне оно? На золотые яблоки? Ну, это, кстати, полезная вещь, но еще яблоки добывать. Не, пусть кто-то другой этим занимается. Вот это да, я нашел алмазы. Да ладно, их тут несколько. Вот это мне повезло, жесть просто. Я просто копался вперед. Ну, я долго копался, минут 10, наверное. Хорошо, мне теперь хватит даже на алмазный нагрудник. Ну, наверное, я его не буду делать. Лучше сделать алмазный меч, и потом что останется. Так, алмазный меч обязательно. Так, их хватает теперь только на поножи. Ну, давайте пока что оставим. То есть, может быть, я еще что-то найду. То есть, пока так. Все, у меня сейчас будет полностью железный сет. С алмазными поножами. Это замечательно прям. Да, причем прошло только 30 минут. То есть еще 10 минут у меня есть в запасе, но что мне делать? У меня уже все есть. Как же классно выглядит вода с этими шейдерами. Прям вообще, как будто бы я зашел не в Майн, а во что-то другое. Так, ну все, в принципе, я уже выбрался на поверхность. Остальные, как я понимаю, еще копаются. Ну, у меня осталось 10 минут, я так подумал, что еще делать? Лук, ну это, конечно, полезная вещь, но надо еще стрелы. Мне лень как-то все это делать. Надеюсь, что справлюсь без них. Так, да, я тут первый. Все остальные, я так понимаю, еще копают. Хорошо. Можно, кстати, еды еще собрать. И еще, ребят, если что, я на этой версии плохо PvP-шусь, очень плохо. То есть, если вы помните там мои старые ролики по Майну, где я на 1.8 всех разносил, то сегодня, наверное, такого не будет. Время уже подходит к концу, через 2 минуты надо будет уже строить базу. И если честно, я недоволен своей командой, посмотрите. Железка, у кого-то даже нет железки. Но этого недостаточно. Неужели они не знают, как искать алмазы? Просто ищешь шахту и на 11 высоте копаешься. Можно уже начинать строиться, и нам тут растянутый предложил такую идею, построить базу воздушную, до которой нельзя будет добраться снизу. То есть чисто базу в воздухе, мы там засядем и будем обороняться. Поэтому погнали строиться. Немного пролагивает, потому что, сами понимаете, бесплатный хостинг такое себе. Расширяем нашу базу. Нам надо все-таки здесь построить такую, ну, крепость получается, чтобы мы могли отсюда спокойно стрелять. Но у меня нет лука, правда, но у остальных ребят есть. Ну, у кого-то, кто-то сделал. Правда, стрел у него нет, но ничего страшного. Жесть тут высота, конечно, если упадешь, то все, конец. Кстати, вы спросите, как мы собираемся затащить? Как мы убьем их короля? Ну, для начала мы построим базу как можно выше. И, если что, будем спрыгивать на них. Потому что чем ты выше, тем лучше. Ничего себе, у них тоже там форт. Они по нашей тактике действуют, вот это да. Так, давайте сделаем потолок для нашей базы. Вот здесь у нас стоит кровать, все мои тиммейты будут возрождаться, если их убьют. Ну а я, разумеется, нет, потому что я король, и если меня убьют, то все. Game over, как говорится. Так, делаем стенки, время еще есть, правда его очень мало. Так, кто-то рядом со мной стоит, почему он ничего не делает? Надо торопиться, надо что-то строить.
Слушайте, я недооценивал своих тиммейтов, они даже зачаровальню сделали. Вот это да. Вот это прикольно, конечно. Так, сейчас зачарим все на защиту 1. Еще у меня не было лазурита, мне видно, с лазурит подогнал. Вообще супер. У меня появилась такая идея разлить снизу воду, чтобы если мы упадем вдруг случайно, то мы могли спастись. То есть я думаю, что это будет очень полезно. Ну смотрите, вот их, например, скинут вниз, другую команду, и все, они упадут, разобьются. А мы выживем. Так, единственный минус, что, ну, враги тоже, если будут, ну, займут каким-то образом нашу базу, то для них это тоже будет преимущество. Но мы же не собираемся им отдавать базу, да? Поэтому мы будем там сидеть. Поэтому я думаю, это будет очень полезно. Так, давайте, давайте. Почему мне никто не помогает? Только один человек здесь. Остальные там что-то делают наверху. Посмотрим со стороны на нашу базу, но это очень странное что-то. У них поинтереснее выглядит, но у них поменьше база. У них лестница тут. Слушайте, ну не знаю, а что это такое наверх идет? Это очень странно. Из листвы. У них дорожка прям вплотную к стене. Вот это да. Они вообще жестко сделали, слушайте. Да, это будет жестко, конечно. Все, через 30 секунд начала, забираемся наверх. Я так посмотрел, ну, конечно, это запрещено по правилам, но у них примерно такая же броня, как у нас. Блин, бибрионок не оделся, ну что ж такое? Вагонетку кто-то сделал, зачем? Зачем тратить железо? Так, очень длинный у нас подъем наверх. Да. Хотели же без подъема, просто тупо столб и все. Ну ладно. Так, мне вообще не нравится эта дорога, она такая узкая. Давайте сделаем ее пошире. Но это же вообще неудобно. Кто-то случайно оступится, отпустит shift и улетит вниз. 3, 2, 1, go. Все, можно атаковать. Началось веселье. Кстати, они стрелы сделали, вот это да. Ничего себе они прошаренные. Блин, на нашу базу кто-то прошел. Вниз, вниз. Аккуратно только. Нас, походу, снизу рашит. Блин, минус бибрионок. Черт. Давайте, давайте за ним. Надо догонять его. Что за дезертир? Ай, блин, это I am God. Он ушел. Он убил нашего и ушел к своим. Дайте бибрионку броню. Так, я наверх. Слушайте, началось все очень плохо. У нас минус человек. Кстати, Спайк там вылил лаву, это хорошо. Сейчас их будет заливать. А у них же там листва. Да, у них там все сгорает. Замечательно. Ой, как бы меня тут не скинули. Опасно. Слушайте, я не хочу на базе бесконечно сидеть. Пошлите рашить на них через верх. Интересно, где их лидер Макси сейчас находится? Наверное, он где-то сидит, спрятался. Так, минус двое синих, замечательно. Так, ну все, наверное, я могу залетать, хотя... Это опасно. Вдруг они меня там ждут. Так, яблоко что ли съесть? О, еще растянутый кого-то убил. Вообще молодец. Хорошо. Так. А, стоп. Это наш. Спайк уже здесь. Мы заняли их базу, получается. Блин, минус шок. Это не очень хорошо. Так, все, мы на их базе. Они отсюда ушли, что ли? Блин, минус двое наших. А зачем они снизу дерутся? Слушайте, надо помогать. Пошлите помогать, что ли, им. Иначе они все сейчас там сольются. Ну, почти. Блин, блин, блин. Уходим. Так, за мной гонится один. Сейчас можно с ним подраться здесь. Давай. О, нет, там еще слева кто-то спрыгнул. Убиваем его. Все, у него мало хп. У него по-любому мало хп. Давайте, давайте за ним. Блин, бибрёнок без брони. Ну, что это такое? Так, замечательно. А где, где Макси? Я не понимаю, где? Так, вот там кто-то. А, это и есть Макси! Все, это король их. Его надо убить. Так, давайте сразимся с ним. Откуда у него стрелы? Попал? Так. Хорошо. О, давай, бибрёнок, помогай, помогай. Нормально, нормально я его продамажил. Ой, и он меня тоже, кстати. Ой, он убил бибрёнка, блин, 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 хп нет.
Нет, 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 живем, живем, живем. Я живу, я живу. Блин, все очень плохо у нас. Ай! Что? Щит пробивается? Блин, блин. 0 хп, 0 хп, просто спасите, спасите. Жесть, 0 хп у меня. Живем, живем. Владоса загасили, нормально. Мы можем еще закомбэчить. Не, у нас есть люди, хорошо. Так, слушайте, мы вроде бы как доминируем даже снизу. Давайте я, пожалуй, заберусь наверх. Потому что, ну зачем рисковать? Зачем рисковать, если можно спокойно посидеть, да? Так, просто забираемся туда и все. Ой-ой-ой-ой, я чуть не упал снова. Бывает. Так, немножко отдышимся, да, то прям очень жестко сейчас было. А, Шедоу, что ты делаешь? Блин, почему все с топориком? ХП мало. А, убил, убил. Замечательно. Слушайте, все супер. Хилимся, хилимся. Так, что у него? Ай, блин, откуда ты здесь, черт? Он меня сейчас убьет. Он меня сейчас убьет. Блин. Почему они все... Где моя тьма? Моя тьма, срочно ко мне. Блин. Что такое? Тиммейты, тиммейты. Да блин, и спереди синий. Да что ж такое? К сожалению, наша команда сегодня сливает. Я бы посмотрел повтор на самом деле, как меня убили. Потому что рядом со мной вообще никого не было из моей команды. Только соперники. То есть мы как-то неправильно разделились. И поэтому побеждает сегодня вот это вот... Синяя команда, они молодцы, они оказались сильнее, умнее и сегодня заслуженно побеждают. Пишите в комментах, что еще мне снять по майну, может быть там 24 часа выживаем в космосе или еще что-нибудь такое. Потому что это на самом деле такой пробный ролик, я хотел посмотреть, понравится ли вам такой контент или же нет. На этом все, спасибо за просмотр, всем удачи и пока.